Hi! Welcome to BookBox. Don't forget to subscribe and tap the bell icon to get our latest videos. Первое Рождество. В пересказе Элианы Пинхейро и Моры Хёрли. Где-то в декабре месяце дети любят воображать, что произошло в самое первое Рождество, еще до появления Санта-Клауса. Я знаю эту историю хорошо, потому что я наблюдала за всем этим сверху, с темного неба, вечером, 24 декабря. Ох, как много лет назад! Я — Вифлеемская звезда. Меня попросили ангелы сиять ярче, чем все остальные звезды той ночью, и рассказать всему миру о том, что родился очень особенный ребенок, принесший весть о мире и доброй воле. И вот эта история о первом Рождестве. Все было тихо той ночью, и я видела, как три короля, сидя на спинах верблюдов, медленно шли по пустыне. И тогда я ярко засияла, как сказали мне ангелы. Короли заметили меня на востоке. Они не могли устоять перед моим зовущим сиянием. Наверное, не слышали, что звезда, похожая на меня, укажет им путь к Сыну Бога. Путешествуя в ночи, короли встретили пастухов, присматривающих за стадом. «Мы идем вслед за той невероятно красивой звездой, что сияет на востоке, чтобы найти место, где только что родился Сын Бога». Оттуда они все отправились в путь вместе, наблюдая за мной, самой яркой звездой на небе. В конце концов, они прибыли в маленький городок под названием Вифлеем и увидели, что я ярко сияю над хлевом на постоялом дворе. Все вокруг было тихо и мирно. Их караван вошел на скотный двор, и они увидели хрупкого маленького младенца, лежащего в простых яслях, набитых сеном. Возле ребенка были Мария и Иосиф, его мать и отец, и еще животное из хлева. Короли преподнесли ценные дары, которые они привезли издалека для младенца Иисуса: золото, ладан и мира. Пастухи опустились на колени, чтобы помолиться. Они были благодарны за дар любви и чистоты, что принес этот младенец. И потом множество людей приносило дары. Я думаю, именно поэтому даже сейчас, на Рождество, люди по всему миру с радостью дарят подарки в знак любви и надежды. И они стараются сделать все возможное, чтобы принести другим счастье, как всю свою жизнь делал Иисус. А сейчас я хочу пожелать вам праздников, ярких, как сияние Вифлеемской звезды.
Hey there! Don't forget to like and share this video. Also, please leave your comments below.